Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Чё, как пятница? Кто где что будет делать? Скажите мне, пожалуйста. Здравствуйте. Ой, все ништяк, Лесликс. Сейчас сяду биточек какой-нибудь делать. Вышел за пивком по району прогуляться. Здорово, Никитос. Да ничем не занят. Пойдет, пойдет, дела. Твои. Как там Леха? Не звонил. Дня 4 назад. Ну, вроде получше. О, нормас. Что из Москвы? Что из Москвы? Свеж до смерти? For sure. For shizzy. Ну чё, чё, какие дела-то? Старый ты, блядь. Я иду домой пиво пить, биты делать. Не хочу ехать никуда, не тусоваться, ничего такого. Что? Что это сила, которая нас хватила? Это Муравьевская песня. Вы тоже гуляете. Ну, молодцы, чё. Краснодар, да. С погодой вообще бомба. Погода просто жара. Охуение не придумал. Сникеры и камуфляж, да. Это топ. Тут с тобой не поспорит, боюсь, никто. Когда выйдет трек Гуфа. Вот это уж точно не ко мне. Что значит Муравьевская песня? Значит, что ее написал Муравей и спел. Когда выйдет, соответственно, в душе не ебу. Почему Мура не залетел на альбом? А я не звал. У нас с ним нормально, там, типа, есть над чем поработать вместе. Какой Муравьев? Муравей. Рэпер такой. Ну, не просто рэпер, он музыкант, молодец. Муравей, респектую. В Калуге был. Клипов на песни с альбом больше не будет. Будет новый только. Перспектива весомый, базаришь. Презентухи, ну, не знаю, когда-нибудь. Надо с Папычем к тебе. У меня ребенок спит, с каким Папычем, блядь? В смысле, с каким Папычем я знаю, но я никого не приглашаю. Ну, Астана, скоро увидимся. Первого. Это трек «Давай шире круг. Ошибка его жизни». Я не знаю, что это за трек. Крым, здравствуйте, платные Химки. Движ, когда в СПБ. Салам, Астрахань, не знаю. С
пуфом, как он у меня хорошо, когда караде. Караде. Что такое? Караде. Что это такое караде? Краснодар? Что за песня On The Move? Ну такая Silent из Alliance. Где-то, наверное, 9-й год или 11-й. Шалом, шалом. Да, я понял, да, уже, что Краснодар. Да, Петров. Ну, нормально, чел признает свои ошибки, это хорошо. Если это реально ошибка, я просто, наверное, даже не слышал. Как ты, мэн? Карт Бланш 2, а я не любитель вот этого графоманства, нажимать на одну кнопку типа много раз, прогорит, поэтому все время новое. Это вот как с Трэвисом история, он написал, что-то всем понравилось, он повелся на мнение, и делает теперь раз под копирку одно и то же, просто даже неинтересно. Привет, Тёмыч. Бизин услышал, что есть такое? Нет, не слушал. Зачем мне? Они все мои дети. Зачем мне слушать то, что я уже знаю? Янг так. Ну, что-то я не нашел. Вроде должен был выйти. Но на Яндексе, по крайней мере, еще нету. Как погода. Тёмыч, я не знаю, может быть, завтра, кстати, и накроется. У меня что-то тесть в больницу загремел, там, ну, что-то там с ишемией, какая-то такая хуйня, подозрения всякие. В каком центре я в районе? Поэтому не знаю, что там завтра, может, поеду к нему. Казахстан, Казахстан, вот 31 числа мы скоро приедем туда, через неделю, получается. То есть кто, а я не помню, что это за песня даже. Да, ну пока, я говорю, пока отбой вроде не дают, ну, рано давать. Ну, возможно такое. Тут злиться без мазы, тут надо это, уже о здоровье батона позаботиться. Монетку забанили, сейчас пиздец, не знаю, что такое монетка какая-то там, блядь. Слишком много шума из ничего. Какой город в КЗ? Астана и, возможно, Караганда. А, каждый в чем-то, да, был такой. Нет, конечно, клипа не будет на него. Я вообще клипы не люблю. Клипы не люблю, не люблю. Мне некогда смотреть клипы, не смотреть, не вообще не люблю я клипы. Музыку люблю в наушниках где-нибудь там в тачке послушать, заряжать. А, блядь, клипы, как их надо? Это надо, блядь, пялить куда-то и смотреть. Не люблю я такое восприятие. Поэтому и сам как бы не особо. Набирай, да. Нефтекамск приезжаешь? Нет, не приезжаю. Почему в моде безвкусное дерьмо, то есть я про музыку, я не знаю, почему она в моде, но не знаю почему. О, нихуя себе, это люди девайсы придумывают, ебейшие. Ну, молодец. Вот молодцы, блядь, молодежь. Скажи, крутой клип. Ну, я вам могу сказать крутые клипы, я несколько знаю, но... Ну, если тебе понравилось, то хорошо, мы старались. В Нефтекамске, ух, отменил концерт. Ну, это у него спроси, я откуда знаю. На блоке, да.
посижу-ка я чуть-чуть. Ой, 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 ой. Светловато. Так что, Питер? Какое пиво уважаешь? Уважаю томский Жигуль. Вот. Но я не томский взял, но тоже хороший. Видео фристайл был. Какое? Какой фристайл? Да. Я вообще фристайл не пишу. Ну, а что, по лирике непонятно, что это придумать вот так вот на ходу нереально. Какой там, блядь, на ходу? Там челы пишут песни, ты такую парашу. Я уже не помню, когда я последний раз слышал песню, в которой хоть какое-то выражение мне понравилось, хоть какие-то, блядь, словосочетания. Все очень плоско. Что, Рогомаффин, заебись название. Ябать. В Абхазии был. Заебись название трека Рогомаффин. Ужас какой-то. Да, Раста, Контраста, Бум Шакалака еще, блядь, скажи. Или какую-нибудь еще более тривиальную хуйню. Миста Лова-Лова, блядь. Ну, пиздец, я, блядь, регги обожаю. Я не какой-то новичок, не какой-то пиндос, который, блядь, от слова Рогомаффин посыт в штанишки. Для меня это нихуя не откровение, я, блядь, работаю с ямайцами. Рогомаффин, все равно, что назвать песню рэп, ёпта. Это же вообще, ну, тупёж просто. Тупёж. Трек со Слим, почерк. Но я несу правду, и я приду. Джесси не от меня зависит, стимасты такое. Старые треки на Apple Music. Я что-то не продлил даже подписку на Apple Music, на Яндексе остался. Мало там музла на этом в Apple. То, что я слушаю, так вообще нахрен там ничего нет. Ну, у меня много супер треков, спасибо. Курган, конечно, слышал. Ну, Казахстан, вон, приходите. Первого или какого там, второго, первого, 31-го. Ну, когда лайвы, то, ну, видите, наверное, какие-то афиши будут. Втихаря уж не буду петь. Приезжай в Че, зачитаю. Был в Че и не раз, и читал этот трек тоже не раз. Сегодня... Во фрутике, да, делаю. Я игнорю, а ты ничего не спрашиваешь. Да и куда угодно пригоню. Платите только, блядь, платили бы бабки, а орги. И как бы была бы заинтересованность. Раз я еще пока туда не еду, значит, ее нет. Дядька Сшенко, у вас годный став. Да, конечно. Это вообще, блядь, топ-артист. Именно по моему мнению, мне нравится он. На репите твои треки слушать некого. Согласен, слушать вообще некого. Поэтому сейчас пишу просто тексты, как из пулемета. Ну, не прям как из пулемета, чтобы было что послушать. Потому что сам проголодался по нормальным песням, а кроме моих, что-то пока, блядь, по-русски нехуй послушать, блядь. У меня светло, потому что я в поступ. Когда вот этот трек выйдет? А, ну, когда-то там выйдет. Не слушал Кизару, не слушал. Баскетболист Джамал Кроуфорд. Водный нет, не слушал. Не курю водный. Шамуан. Так. Сам учился. Да я не то, что учился. Я учил. Так что, блядь, во фруктике херачу там, ну... Года, наверное, с 2000-го.
Ну как хуячу? Сначала хуячил, потом научил пацанов, а сам на лирику переключился, на тексты. Вот. А спасибо, я как бы разберусь, делаю, пиши текста, биты сами скинут, а ты, блядь, чё? Ты кто такой, блядь, продюсер мой или чё? Обязательно нужно к музыке иметь отношение, чтобы, блядь, гармонии были ближе и их понимать, ну, изнутри. Нет, битпак я не собираюсь никакой выпускать, зачем мне это надо? Nexus часто используешь. Не знаю, что это такое даже. Вообще не использую. Директ по битам стучусь. Да пиши тут, что там в директ стучишься. Пунта Роха. Что-то по-испански, да, не знаю, что. Давай, давай. У меня никакого музыкального, у меня нет образования. Нового рэра нету, согласен. Хэштег мне нравится. Лежа. По битам хочу пакет на ИП. Ну, умножай на 3 сколько хочешь. И выбирай. Скидывай на карту. Тебе пришлю. Пивас хороший, вкусный, разливной. Буфинг с пимпом, я просто мимо прошел всю эту тему. Ну, окунись. Пишу сейчас, но по одному не хочу. Хочу какую-нибудь еще коробочку, типа там... Сейчас у меня с Карибами опять заигрывание пошло. Что такое Супраду? Я не знаю, что такое. Я несу правду? Блять, куртка Бэйн. Че, залететь на твой хочу биток сможешь на мост бросить? Деньги сбрасывай на карту, потом сможешь залететь на что угодно. Привет, да. Сухумская, как тебе? Ну, если честно, как бы я с Волги, то есть Сухумская там даже не близко. Ну, а опять ты? Что? Да вон, попиздеть решил со своими подписчиками. А-а-а. Присаживайся. Или ты торопишься? Да не, я... Вот вон, смотрите. Люганг. Ну, Люганг. Невский район большевиков. Yeah. Носят тут Люген. Все, пока. Лучше пообщаюсь с реальным человеком, блядь.